Я родился в 1957 году, и мне было около 4 лет, когда трагически погиб мой отец. Я рос с одной мамой. Ее религиозность была очень на высоком уровне, и я благодарен ей в том, что она никогда насильно не пыталась заставить меня быть религиозным человеком. И вот это очень, я считаю, очень важное и ценное. Я входил в религиозность именно очень постепенно, сам приходя к этому религиозному опыту. Конечно же, здесь был именно ее такой положительный религиозный пример, и он сыграл самую важную роль в моем религиозном становлении. Иногда бывает в жизни такое, что родители очень хотят, верующие религиозные родители очень хотят, чтобы их дети были тоже верующими людьми. Это вполне объяснимо. Но когда они очень активно так хотят, не всегда получается положительный момент. У меня такого не произошло. Я благодарен своей маме, что благодаря ее вот такому вдумчивому, спокойному и молитвенному отношению ко мне, из меня получилось то, что получилось. Не то, что я стал митрополитом, а именно то, что я стал просто православным верующим человеком.